Всем привет, меня зовут Никита, и это видео будет про мой гардероб, а именно про его сортировку. Я решил создать свою базу вещей, из которых я буду делать ути на конец этой весны, а также на следующую осень. Я решил освободить одну полку в моем комоде и туда положить всю нужную мне одежду. Как видите, с кофтами я уже определился. Теперь плавно переходим к штанам. Внимание, их всего 3 штуки. Да, все получается очень минималистично, но зато впоследствии все вещи будут сочетаться между собой. Взял я мои любимые и незаменимые пары штанов, отправляю их туда же, в полку с кофтами. Чуть не забыл про мои скромные аксессуары, а именно такой коричневый классический ремень и белый маленький шарфик. Вот и готова моя мини-коллекция вещей. Конечно, это далеко не вся моя одежда, но для того, чтобы мне было проще и быстрее одеваться в деми-сезон, я решил сделать подобное. Давайте я покажу пару образов, которые я могу получить из данного набора вещей. Все образы будут с белой рубашкой, я ее всегда надеваю в любом наряде. В этом уте я сочетаю ее с теплым свитером из Пломбира и штанами из Зары. Такой теплый, уютный образ получился. Мне кажется, для апреля и мая это идеальное сочетание. Не слишком тепло, но и не холодно. Дальше второй образ с огромными белыми штанами. Туго затягиваю их ремнем. Добавляю рубашку и еще возьму, накину на спину небольшую теплую кофту, чтобы сделать мой лук еще более лучше. Получилось тоже очень мило, это, если честно, мой фаворит сегодня, все такое белое, нежное, как я люблю. Третий образ с штанами, который я переделал в одном из моих видео. Опять же белая рубашка и свитшот. Я его не показывал до этого, но он идеально сюда вписывается, поэтому я его тоже добавил. Этот лук больше подходит для поздней весны и осени, поэтому нужна куртка. Я выбрал свою бежевую. Ну и шарфик тоже не помешает. Вышло очень красиво, подходит к моему стилю. На этом все. Всем спасибо за просмотр этого видео. Увидимся очень скоро. Пока-пока.